Осторожность не помеха, осторожность не для смеха. С незнакомцами, друзья, разговаривать нельзя. Про родителей ни слова, что вернутся в пол второго. Кем работают и где, а иначе быть в беде. Пса попросят поискать или дом твой показать. Позовут смотреть котят, знай, что зла тебе хотят. У двери в подъезд чужой, ты на улице постой. А начнет тебя хватать, громко помощь нужно звать. Знать об этом должен каждый. Безопасность — это важно.